Всем привет! Сегодня я буду пересаживать эту орхидейку. Очень хорошо, что я решила пересадить его, потому что, как вы видите, есть очень много подгнивших корней, но и очень много хороших. Вот сейчас мы избавимся от подгнивших, обрежем. Вот я возьму сейчас ножнички, обработаю их, продезинфицирую, подрежу все, обработаю активированным углем. Ну, в принципе, все можно будет пересаживать. Так, я обрезала часть подгнивших корней и сейчас буду пересаживать его в горшок побольше. Вот. Но сейчас, когда я обрезала часть корней, я вот думала, может быть, мне его все-таки вернуть в тот горшок, где он был. Сейчас я посмотрю. Сейчас я посмотрю, где ему будет комфортнее, лучше. Так. Ну. Нет, наверное, все-таки ему будет лучше вот здесь. Все-таки ему будет здесь получше. Вот. Сейчас я его пересажу. И покажу вам, как он будет выглядеть. Ну что, вот я пересадила свою орхидейку в новый горшочек. Надеюсь, ей здесь будет хорошо. Буду наблюдать за ней. Вот. Что-то тут у нас корешки сверху выше, чем листья растут. Что с ними делать, даже не знаю. Ну, пусть растут, значит, ей так нужно и удобно и комфортно. Я их вот так вот обрызгиваю. Вот. Вот красавица какая. Красавица. Радует глаз и сердце, и душу. Надеюсь, тебе здесь будет хорошо, моя хорошая. Ну все.